sau o pot dezordona această structură pe care noi o avem, de lumină? Ну, естественно, если влияет на нас потоки отрицательно, наша светимость начинает ухудшаться. Dacă există un factor negativ asupra structurii noastre, atunci, adică ne influențează negativ, atunci lucrurile se înrăutățesc. Ну, естественно, к чему это приводит, когда у нас наша система связи с внешним миром начинает работать плохо. La ce aduce, da? Atunci când sistemul nostru de legături nu funcționează așa cum trebuie. În primul rând, снижается уровень адаптации. În primul rând, scade nivelul de adaptare al nostru. Снижается imunitet. Scade imunitatea. Ну, короче, вот все вот это вот становится хуже. Да, toate aceste lucruri care sunt aici enumerate, ele, da. Ну, если мы посмотрим на двух человек, которые у нас есть. Și dacă noi vom lua, de exemplu, doi oameni pe care noi avem aici. Им с таким людям сложно находить отношения правильные, выстраивать друг друга. La astfel de oameni este foarte greu și complicat să construiască niște relații. Во-первых, у них разные энергетические уровни. Deci ei au, de exemplu, un nivel foarte diferit energetic. И обмениваться информацией очень тоже трудно. Și schimbul informațional să-l facă prin lumină este foarte greu. El nici nu există în acea lumină. Им надо много-много слов друг другу сказать, чтобы вот друг друга понять. Din această cauză, ei trebuie foarte multe cuvinte să spună unul altul, ca ei să se înțeleagă. Давайте попробуем. Что? Следующий. Почему? Давайте еще раз. Значит, вот когда в ауре есть какие-то дефекты, типа дырок. De exemplu, în aură, când există niște defecte, niște rupturi, это значит, что вот в какой-то области не проходит информация. Asta înseamnă că în această zonă nu ajunge informația. А это значит, что орган или система, связанная с этим светом. Asta înseamnă că organul sau sistemul legat de această lumină, ну, работают как бы сами по себе, не учитывая вот внешний мир. Lucrează de sine stăjător, ne ținând cont de lumea din jurul lui. Вот мы знаем, например, такую болезнь, которая с этим связана, да, когда клетка вдруг сама по себе начинает жить, не учитывая, что она вот организм строится. Мы кунаштем астфел де боală, atunci când celula începe să aibă o viață de sine stătătoare, ne ținând cont de tot întregul al organismului. Ну, это рак, да? Asta e cancer. Когда он возникает? Când el apare? Когда вот эта связь с организмом нарушается? Atunci când această legătură cu corpul, da, este încălcată, este întreruptă. То же самое, когда люди теряют связь друг с другом. La fel când oamenii pierd această legătură între ei. Это разрушительно сказывается на обществе, как неком организме. Asta se manifestă într-un mod destructiv asupra societății. Когда у человека хорошая светимость? А то, что он умарил уменьшенца путерника. Не идеальная, мы как бы здесь. Ну, если идеала уменьшенца. Тоже какие-то отклонения. Тот сын мечте со слонаша, лупы кали, самокотка мулукаци. Но это люди, которые гораздо ближе друг к другу. Это сын пламя, кали, сын умный апроприятий мулукуал. Даже чисто энергетически. Chiar dacă ne uităm curat energetic, la fel, e... Это люди подобные друг другу. Sunt foarte apropiați unul cu altul. Вот как влюбленные, когда между ними есть хороший свет. Cum doi îndrăgostiți, între ei, când există această luminescență bună. Ведь любовь, говорят, это свет. Da. Când se spune că dragoste înseamnă lumină, sau iubire, da? Lumină. Когда она есть, тогда легко налаживаются отношения. Atunci când ea există, atunci foarte simplu este, se poate crea relație. Людям легко договориться друг с другом. Но если факты сильно с интеллягу и металлу. Есть взаимопонимание. Есть интеллигенция чего-то. И вот через этот свет они могут тогда еще друг друга оказывать взаимоподдержку. И при начале лумина есть вот аутосустина. Подсвечивать друг друга. С лумилезе и металлу. Потому что когда люди общаются, они это всегда делают. Pentru că atunci când oamenii comunică, ei tot timpul asta fac schimb de lumină între ei.
И когда вот этого процесса нет, когда один, допустим, светится хорошо, а другой плохо. Și atunci când acest proces nu este, când unul luminează bine, da, are o lumină puternică, dar altul nu are. Acest человек, которому свет не возвращается. Acel om la care lumina nu se întoarce înapoi, он чувствует некую опустошенность. Он начинает себя чувствовать он гол, адико оголие. И он на другого говорит, он, наверное, вампир. Что он испугнул Алфа, значит, я думаю, что он вампир. Он меня отсосал энергию. Он осудил меня твата энергия. На самом деле он не отсосал, он не дал этой энергии. De fapt, el nu a sub energie, dar el pur și simplu nu a dat înapoi energie, nu a avea. Ну, когда у людей есть возможность хорошо с миром взаимодействовать через этот свет. Atunci când oamenii, cu ajutorul acestei lumini, bine interacționează cu mediul din jurul lor. То человек начинает ощущать, что же ему надо в этом мире делать, чтобы опять же вот его уровень счастья был больше. Atunci omul începe să simte ce el trebuie să facă în această lume ca el să crească din punct de vedere a fericirii. Da? Он начинает чувствовать, что куда ему не надо лезть. El simte în ce direcție nu trebuie să se bage. Чтобы не попасть в катастрофу. Ca să nu ajungă într-o катастрофă. Как вести с другими людьми себя? Cum să se poarte ei cu alți oameni? Чтобы другим людям было от этого хорошо. Ca la alți oameni să fie de la acest lucru să se simtă bine. Чтобы можно было уровень агрессии внешне уменьшать. Ca nivelul de agresiune exterioară să fie mult mai mic. Поэтому люди, которые хорошо светятся, они в этот мир делают лучше даже тем, что они там просто присутствуют. Din această cauză, oamenii care au o luminescență puternică, ei pur și simplu fac bine aceste lumi, pur și simplu prin faptul că ei sunt aici, în această lume. Da? Вот если есть святой в каком-то месте, святой человек. Dacă este un om sfânt într-un loc. В этом месте уровень жизни будет лучше. Atunci nivelul de viață în acest loc va fi mult mai bun. Da, святой înseamnă свет, adică de la lumină. Свет, святой, да, din rusă. Да, este da, sfânt, da, deci святой în limba rusă înseamnă свет, да, din cauza luminescenței. Я не знаю. Да. То есть поэтому когда у человека есть возможность хорошо светится, то его свет создает порядок не только внутри, да, но и снаружи. Когда человек хорошо светится. Atunci când unul are această luminescență bună, da, atunci el, în afară de faptul că el este ordonat bine în interior, da, el este și are o luminescență puternică și în exterior. Потому что через этот свет он как бы свой внутренний порядок, да, может оттранслировать. Через часто лумина он может сотрансмита ордонария луи интерьера, да, со гармония луи интерьера спре экстерьор. Потому что свет это хоть электромагнитная волна. Lumina, chiar și dacă este o undă electromagnetică, но она всегда модулирована, она. Dar este tot timpul modulară. Ea tot timpul transmite o informație. Информацию об источнике света. Трансмитил информацию без ресурса для лумина. Да, где он для просто эмиссия унда, лумина. Ну, поэтому, когда говорят люди, что им не хватает счастья, а то, что вам есть пункт, лор ну ля жунджи феричия, то на самом деле не хватает света. Де факт, лор ну ля жунджи лумина. Не хватает возможности обмениваться светом. Ну, ну ля жунджи посибилитати, ну, а часто посибилитати для фача скин для лумина. На обучение платить. Не хватает возможности через этот свет получать информацию. На possibilitate при начале лумина сопримяска информация. Не потому знания какие-то. Да. Не хватает возможности получать любовь из этого мира. На possibilitate сопримяска юбили где начало луна. Не хватает возможности реализовывать самого себя. Проявлять. На possibilitate со се реализези пей. Să manifeste, să se manifeste ei pe ei. Но каждый хочет, чтобы его желание исполнялось. Dar fiecare își dorește ca dorințele lui să se realizeze, să se materializeze. Да, ну ведь понятно, что
далеко не каждое желание должно быть исполнено. Dar este clar că nu fiecare dorință ar trebui să fie îndeplinită. Говорят, мысль материальна. Se spune că gândul este material. Если ты правильно думаешь, то все, что ты хочешь, у тебя исполнится. Dacă tu gândești corect, tot ce tu vei gândi, totul se va întâmpla. Ну, понятно, что ты можешь неправильно хотеть чего-то. Este clar că tu poți ceva să vrei ceva care nu este corect. Adică nu este benefic, să spun așa. Один хочет, чтобы у него было как у соседа такое же вот хорошее что-нибудь. Чего вря ка ел, лоел Софии Коловичин, чего ваша, чего бунши фрумос. А другой хочет, говорит, у меня корова сдохла, хочу, чтобы у соседа сдохла. Да, вот успуня, зича, ламине вака мурит, чтобы вряла кума Шиловичин вака самуара. Понятно, ну и люди вот иногда, чтобы их желание исполнилось, ходят куда? В церковь, например, ходят. Желание, например, как социалистическая дуринца, например, мерк главе семейка. И у некоторых получается. Человек есть, лавуни есть. Сходил, помолился, и вот раз, и что-то исполнилось. Саду саругат, и чего с вами тыплат, а раз, чего вам даться. То есть, значит, какая-то система реализации вот, мысли, она существует. На самом деле, existует система для реализации гандуровок. Но да. Почему надо в церковь идти? Некоторые говорят, так можно и дома помолиться. Для чего требуется мы идем на беседу? Алцы спунты, мы путем шакаса се не ругаем. Потому что там церковь это некий тоже генератор определенной формы. Да, там который... Проколы есть он анумит, он филдегенератор, где анумита форма. Который усиливает вот то, что человек думает. Который амплификает, че, чего ему гандешта. Но все равно, если у человека его система связи слабая, da, însă dacă la om sistemul de legături este slab, то он тогда не может на самом деле донести вот это свое желание до вот этой вот системы реализации. Atunci el nu are cum să transmită dorința lui până la acel sistem de realizare. Adică nu ajunge mesajul, nu are energie să ajungă să se materializeze. Ну и тогда получается, что он получает что-то оттуда. Atunci trebuie să fie ceva primește de acolo. Но оно какими-то кусочками. То есть туда кусочками не целое ушло его желание. И обратно возвращается реализованное, но только вот тоже... De fapt, ce se întâmplă? El n-a avut putere să transmită încolo tot mesajul și a trimis prin bucăți. Da? Prin bucăți a trimis încolo. Și el primește tot prin bucăți. Pentru că așa cum a putut el să transmită, la fel și cumva a venit înapoi răspunsul. Pentru că altfel, așa a fost de fapt mesajul. Смотри, я вроде это блюдо не заказывал. В этом ресторане жизни. Зиче, я он ресторантул acestei vieți, nu am comandat această, acest fel de mâncare. În restaurantul vieții, n-am comandat acest fel de mâncare. Официант, заберите это обратно. Келнерul, ia asta înapoi. Поэтому мы, опять же, упираемся в вопрос. Какой? Световой. Iarăși noi ajungem la întrebarea legată de lumină. Как нам усилить нашу систему связи? Cum noi să amplificăm sistemul nostru de lumină, sistemul nostru de legături? С одной стороны, ее восстановить, да? Чтобы она работала хорошо. Pe de o parte, să o refacem, ca ea să lucreze, să lucreze bine. Но с другой стороны, еще что-то нам, может быть, добавить, чтобы повысить эффективность вот этих вот взаимодействий. Și din alt punct de vedere, poate să mai adăugăm ceva ca să îmbunătățim și mai bine această creștere. Ну, для того, чтобы вот в этом вопросе разобраться, надо в первую очередь понять, как этот мир устроен. Și noi, ca să putem să putem să rezolvăm această întrebare, noi trebuie să ne dăm seama, de fapt, cum această lume funcționează. Какую можно использовать, например, теоретическую модель? Ce model teoretic am putea să-l folosim? Которая бы позволила нам как-то осознанно двигаться в этом направлении. Care ne-a dat posibilitate, într-un mod conștient, noi să ne mișcăm în această direcție. Потому что если мы используем модели, которые предлагают нам физики и химики, dacă noi vom folosi modelele pe care noi ne le propun fizicienii și chimiștii, в рамках тех
подходов, которые сейчас доминируют в науке. Conform acelor tendințe pe care acum domină în știință, в основном там все это говорится, что человек маленький, ни на что не влияет. Acolo, de fapt, mare parte se spune că omul este foarte mic și el nu influențează, de fapt, pe nimeni și nimic. Asta mecanistice podходы. Asta este o atitudine mecanistică, hai să spun, mecanică, da, sau... Deci человек рассматривается как такая совокупность химических реакций. Și omul, pur și simplu, este văzut așa ca o diverse evenimente chimice care la el acolo se întâmplă în organism. Și gata. Имеется попытка свести всю жизнь, ну, к некой биохимии. Și ea tendința ca să aducă, de fapt, toată viața la niște întâmplări biochimice, niște reacții biochimice. Ну и вот даже очень часто встречается в литературе, в научной, такое утверждение, что аура – это что-то эзотерическое, и ее не существует. Și în literatură de știință se spune că, de fapt, aura este ceva ezoteric și, de fapt, în realitate ea nu există. Я уже там больше 70 лет изучается эффект Кирлиана, аппаратура имеющая. De fapt, de peste 70 de ani se studiază efectul Кирлиан, există diferite aparate prin care putem să măsurăm acest câmp. Соответствующие измерения. Sunt și foarte multe măsurători care se pot face. Ну, мы как бы будем немножко о других моделях говорить на семинаре. Noi la семинаре, la семинарul acesta vom vorbi despre alte modele. Da, de privirea lumii. О моделях устройства мира. Despre modelul din cum este compusă lumea. О моделях времени. Despre modelul de timp, a timpului. О моделях пространства. О моделу спацию. И будем там вот более подробно рассматривать, какие можно применять техники или технологии для того, чтобы делать и себя, и этот мир лучше. Și мы оголо будем видеть, че технические или технологии се под фолоси, дин пункту оста де ведере, ка ной са авем вяца ной май буна, пе каре ной не дорим, ши ин журу носу лафел са мунат сим вяца. Ну, поэтому надо будет разобраться, что такое хорошо, что такое плохо. Și atunci va trebui să definim ce înseamnă rău și ce înseamnă bine. Și foarte multe întrebări. Nu, am zis acest, perideu tătim tehnologiem, care numează tehnologii translators. Noi acum vom trece la niște tehnologii care se numesc translators. Это то, чем мы занимаемся для того, чтобы вот практически решать подобные вопросы. Если че, у чей се окупа, ка нот практик с резолвен требербите, диспекаре то на кума саворбит. Это совокупность таких разных устройств. Сын фа, диверсия диспозитивы, а? Которые с точки зрения вот обычной науки не могут работать. Care, din punct de vedere a științei, să spun tradiționale, ele nu pot să funcționeze, nu funcționează. Nu este o tradiție de chei cartăcii, pentru sunt diferite carduri sau aleaste, bandouri, creici, razne, sau astfel de abțipinguri, oglindă. И там в этих устройствах вроде бы ничего такого нету. Что на части диспозитивной лапима видели партоносия не имеет. Ничего тут не двигается, ничего не крутится. Даже электроны не бегают какие-то там. Ничего электроны, но аля бывали кара. Но там в каждом устройстве есть такая тоненькая пленочка, на которой сформирована определенная структура. Dar în fiecare dispozitiv este o peliculă foarte subțire pe care este formată o anumită structură. Дело в том, что мы используем теоретические подходы, которые изложены в теории физических структур. Ei folosesc aceste această știință teoretică care este folosită în teoria structurilor fizice. Например, eu сейчас вот надел вот эту повязку. De exemplu, eu acum am îmbrăcat acest bandou. Что она может дать? Ce îi poate oferi lui?
sau nu? Вот эта структура, которая тут заложена. Această structură care este oarece. Она взаимодействует с человеком через, опять же, вот эту световую систему. Ea interacționează cu omul prin acest sistem de lumină, prin sistemul nostru de lumină. И в этой световой системе создаются определенные резонансные отношения. Și în acest sistem de lumină se creează niște relații de резонанса. Это дает возможность наладить больше связь вот этой системы с окружающим, нашей световой системы с окружающим миром. Сейчас мы дадим посмотреть, как систему носу де лумина сапата сокрезе легатурь ку систему, ку системе легенжуру носу, чем это карим нужен. С точки зрения теории физических структур, весь мир – это проявление неких структур. Din punct de vedere a structurilor fizice, a teoriei structurilor fizice, toată lumea este, de fapt, reflexia, dacă vreți, structurilor, lumii de structuri. Вот есть, допустим, наша реальность, ну, какой-то некий, то, что нас окружает. Să spunem că asta este realitatea noastră, toată lumea care pe noi înconjoară. Есть еще так называемый мир структур. Și este încă lumea structurilor. Вот где он, как бы, сказать относительно нашей реальности невозможно. Но мы будем, din punct de vedere a realității noastre, să spunem unde este această lume a structurilor. Но, да. С точки зрения теории физических структур, din punct de vedere a теории структурилор физича, любой процесс, orice proces, любое явление в нашем мире, orice manifestare în lumea noastră, это проявление структур. Asta este, de fapt, рефлексия структуры, сама манифестация структуры. Пространство это структура. Спацию, это есть структура. Время это структура. Темпу есть структура. Электрический ток это тоже структура. Кулентул электрик тоже есть структура. Даже отношения между людьми это проявление структуры. Шикар, релация между вами, это есть манифестация структуры. Без структуры. Ну и в силу этого, когда мы что научились делать? Мы научились создавать структуры заранее заданными свойствами. И, факт, чем învățаться факт? Ей învățаться креезе о структуре, de la bun început, care are anumite proprietăți, anumite, да, o anumită direcție. Ну потому что очень часто, вот когда очень много чего на рынке сейчас продается вот, из таких структурных вещей. Sunt multe diverse lucruri din punct de vedere a structurilor care sunt pe piață, да, se vând pe piață. Но там, как правило, используют природные структуры. De cele mai multe ori acolo sunt folosite structuri naturale. Структуры, которые есть в камнях. Структуры, care există în pietre. В деревьях, в других растениях. În copaci, în alte plante. Да, эти структуры какие-то хорошие, полезные для человека. А чисто структуры sunt unele bune pentru oameni. Но эта структура, как правило, используется как некие такие заплатки вот, для человека, если у него что-то вот чего-то не хватает. Да, чисто структуры sunt mai mult folosite ca niște cârpeli, да? Pentru a închide acele găuri în luminescența omului. И поэтому когда используют вот такие природные структуры, то приходится учитывать, что мир-то меняется постоянно. Потому что мы получим эти структуры натуральные, требуется ценим конт, что лумя есть в континуум скимбаре. И сегодня надо вот так, одну структуру использовать, а завтра какую-нибудь другую. Астас требуется получим о структуру, мы не держат, требуется получим у алта структуру. Вот поэтому вот есть лунный календарь, да? Если, например, календарь Луна. И с лунным календарем связаны, например, определенные камни. Шаколо, фейкали здесь, это легаты по анумите Пятра. Говорят, сегодня камень дня у нас такой, завтра да. Такой. Астази Пятра, зива Петри Кутари, мы не зива Петри Алти, Петри Шашамалипа. И поэтому каждый день надо какой-то другой использовать камень. Шако, чтобы он фейкали здесь, соколосим Петри Дефинити. А вот сейчас тут у нас, например, завтра солнечное затмение. Да, de exemplu, noi mâine avem eclipsă solară. Pe care camini? Și care piatră noi aici trebuie să folosim? Încercați să găsiți în internet acea piatră. Și nu o să găsiți. Потому что это очень такое редкое явление.
pentru că este un eveniment foarte rar. Deci, такое камень не подобрали. Și pentru astfel de evenimente, încă n-au găsit o anumită piatră. Поэтому эту диалогию, которая вот есть вот в таком подходе, естественно, мы не стали использовать. Și din acest motiv, această ideologie, abordare de armonizare, da, de folosirea armonizatorilor naturali, ei nu au folosit-o în ce fac ei. Потому что мы не можем на каждый день сделать отдельную структуру. Pentru că noi nu putem să facem pentru fiecare zi o structură nouă. Bine, может и можем, но это уж очень трудоемко. Poate și putem, dar este destul de greu și tot timpul să faci, să schimbi. Pentru că то, что пытаемся использовать мы, ceea ce fac ei și folosesc, это так следующий подход. Asta este o altă tip de abordare. Мы его называем подходом нормализации. Ei este stilul ideologiei de normalizare. Вот мы говорим, что исходно человек, у него есть все, чтобы у него было все хорошо. Noi spunem că de la bun început omul are absolut tot ce el are nevoie. Вот внутри него есть вся информация, которая ему нужна. În interiorul lui este absolut toată informația de care are nevoie. Ну и внутри, и вне его, ну как бы, она вообще существует. Și în interior, și în exterior există totul, această informație. Но в силу каких-то вот ограничений внешнего мира эта информация не может проявиться в его жизни. Dar din cauza diferitor obstacole care există, această informație nu poate apărea în viața lui, nu se poate manifesta. Ну, потому что внешний мир может человека характеризировать и его порядок нарушать. Pentru că lumea exterioară pe om poate să-l transforme într-un haos, da? Adică această ordonare se transforme într-un haos. И тогда вот эту нужную информацию человек не может получить из внешнего. Atunci, acea informație de care el are nevoie, lui este foarte greu să o primească din exterior. Человек он не хороший, не плохой, он просто не имеет возможности эту информацию использовать. Și omul nu este rău sau bun, el pur și simplu nu are posibilitatea să folosească această informație. Вот, допустим, человек там привык обижать других людей. De exemplu, un om este deprins să-i deranjeze pe alți oameni. Agreseze. Dar lui nu-i vine ideea în cap, gândul în cap, că asta poate deranja pe cineva. Dacă el ar putea asta să simtă pe pielea lui, ca el imediat să simtă, da, feedback-ul, să vină imediat, da? Tu ai făcut rău și cumva să simți tu răul acela pe care tu l-ai făcut. Atunci, următoarea dată, el poate de 10 ori s-ar gândi înainte să facă așa ceva. Din acest motiv, dispozitivele despre care noi vorbim, translators, они когда попадают в световое поле человека, atunci când ele ajung în câmpul nostru de luminescență al omului, они создают резонансные условия для восстановления связи, которая есть вот в структуре человека. Ei creează niște condiții de rezonanță prin care noi putem să creăm această legătură, să creăm aceste legături cu lumea din exterior. Ca aceste legături absolut naturale să înceapă să se refacă, da? Adică să se armonizeze în om. Dacă luăm o jucărie, care se numește kaleidoscop. Aici sunt niște diverse particule colorate. Și ele se... Da, ele se mișcă haotic, da? Adică nu este o anumită ordine. Dar dacă noi ne vom uita în... то мы видим очень красивые гармоничные картины. Но отчего мы видим нечто табло или форте гармонизация, фрумуасе? Почему? Потому что там есть упорядочивающая система, система зеркал. Потому какого есть у нас система, которая ордонязм, система для углинска, которая ордонязм частоц. Ну вот наше устройство как раз представляет такую вот упорядочивающую систему на структурном уровне. Și, de fapt, dispozitivele noastre, ele asta fac, ele ordonează acest haos, da? Ca să fie cu ce bine. Фактически, это так
можно представить как снижение уровня помех, которые влияют на человека. Putem să spunem că este de fapt micșorarea distorsiunilor, da, care ne influențează pe noi. Da, influențează asupra, da, din exterior. Deci stoparea și micșorarea lor. Ну, например, возьмем вот это вот устройство. Когда пилом отец диспозитив, который се называется Еврика. Почему Еврика? Дичье Еврика. Потому что так звали жену Архимеда. Потому что шао кемапе социалу Архимеда. Архимеда. Когда она его погрузила в ванну, я ла богат пиломбая. И он вытеснил очень много воды. Шел для колу, а început să, da, înlăture foarte multă apă. Он ее звал Еврика, Еврика. El a început pe ea să o cheme. Еврика, Еврика. Вытащи меня из ванны. Scoate-mă pe mine din apă. Это не то? Ну, может быть. Eu l-am întrebat dacă este un banc. Zice, pus-o. Дело в том, что мы, когда говорим о знаниях, да, то есть мы говорим, что очень часто такое есть выражение. Мысль пришла в голову. Când noi vorbim despre cunoaștere, este o vorbă, că a venit o idee în minte. Da. Ну, значит, она где-то родилась. Înseamnă că ea undeva s-a născut. А потом к нам пришла. Și urmă a venit la noi. Значит, есть система связи, по которой мысль может прийти в голову. Înseamnă că este un sistem de legături prin care gândul ajunge, sau ideea ajuns în capul nostru. А если эта система плохо работает, значит, мысль так, ну, вряд ли это не дойти до этого. Но если система эта работает просто, то гинду хватит где-то сборя летури, идея. Да, нас не должен быть головой. Поэтому вот ученые, они когда работают, они очень долго настраиваются на какую-то вот работу своими мыслями, размышлениями. Саванцы, для экземпла, когда лукряза, и мульт тимп, se setează, da, pentru se setează pentru acest lucru pe care el îl fac. Ну, то есть, чтобы вот срезонировать с мыслью, которая к ним должна попасть. Ca să rezoneze cu acea idee, da, suprindu, să simtă. Ну, и когда она к ним пришла, și atunci când vine, тогда они могут уже кричать Еврика. Atunci ei pot să strige Еврика. А если она не дошла, то, dacă ea n-a ajuns la ei, ну, тогда вот он продолжает думать дальше.